Народ, всем привет! Вы на канале Сазанчо Плюс, меня зовут Иван, ну как всегда, ну для тех, кто не знал, ну блин, ну вдруг вы новый зритель. Ребят, кстати, что за дела, народ? Вы заходите на канал, смотрите видео, не ставите лайки, просмотров нормально набирается, а что не подписываемся? Ребят, с вас подписка на канал, на колокольчик, ребят, я стараюсь, я всякую буду хрень различную пробовать. Ну, и удивительную, и неудивительную. Ребят, подписываемся на канал, давайте, пишем комментарии, там, лайки ставим, продвигаем видяшечки, ребят. Я стараюсь, пишите свои предложения, чем бы вам было интересно, в плане, вот, из того, что я здесь пробую, да. Ребят, вот как сегодня, тема видяхи, вы представляете вообще, бредятина. Ну, это не бредятина даже, это я бы сказал, за рамки выходящего, ну, как бы, ну, вообще... Энергетики дешевле, чем 30 рублей. В конце 2021 года. Ребят, в то время, когда дорожают цены на все, цены взлетают. Блин, Кока-Кола 2 литра уже почти 100 полтан стоит. Я уверен, в следующем году она будет стоить 200 за 2 литра. Но есть энергосы, которые стоят 29 рублей за банку. Я... Не говорю, что это хорошо, я не говорю, что энергетики, не призываю их пить, но у меня просто, меня одолел интерес дичайший, могут ли стоить энергетики, ну, типа, 29 рублей. Я не знаю, после чего начать. Давайте, короче, начнем с энергетика Energy to Go, и это еще лимитированная версия. Ну, упаковка, банка прикольная, да, что-то там, Россия, господи, даже читать не хочу, ребят, напиток безалкогольный, тонизирующий, Energy to Go, хит, ребят, вы чё, кто нас так травит? Московская область, город Видное, вы чё, убить нас захотели? Не знаю, я пробую лишь для того, наверное, чтобы и сам еще раз убедиться, и вам показать, что есть продукция, которую даже, ну не то, что на нее типа внимания не обращать, даже денег тратить не надо, потому что, ну, если этот продукт дорогой, по сути, энергетик, он там тонизирующий, чтобы тебя сильно не убить, и ты бы еще жил дальше, они стоят больших денег, да, но... Когда создается что-то стоимостью в 29 рублей за банку, вы представляете себе стоимость производства? Вообще, как это? То есть, если все продают это 100+, 29 рублей. А чё, бздом каким-то пахнет? Охренеть. Фу, вонище безумное. Реально. Тухляком пахнет. Я пить не хочу. Господи, меня сейчас... Так, ну футболочку я выбрал нужную. Какое вонище. Отдаленно напоминает, честно говоря, даже... Я пробовал вот видео перед этим, был монстр... Black Monster без сахара. И он там был какой-то с апельсином, мандаринкой, немножко на витаминку С. Здесь что-то похожее. Ну все. Здесь даже газов нет. Все, их нет. Они писали, что он газированный? Газированный. Все, уже наврали. Я материться не хочу, я буду сдерживать, но... Все, газов нет, ни одного пузырька газа нет. Все. И фу, какая вонь. Фу, ужасы. Блин, я был до этого взволнован, было интересно, но... Вы чё?
Это отвратительно. Это просто отвратительно. Он и сладкий, и вкус какой-то термоядерный. Нет, вкус получше, конечно, чем запах, но... Я чем больше нюхаю, я тем больше хочу блевануть. Фу. Это отвратительно. Я, может... Я как любитель поматериться, я стараюсь максимально для вас себя сейчас сдерживать. Просто давайте перейдем к другому. Нет. Вот это говно. Вот это херобора. Нет, нет, ребят, нет, нет. Не вздумайте, никто. Никто не вздумайте. А если вы это пьете на полном серьезе, лимитированное, и вы говорите, это вкусно, вы что, с ума сошли? Я не знаю, у вас с головой все не в порядке. Вы до этого пили энергетики? Вы вообще хоть что-либо в жизни пили? Это же отвратительный вкус. Серьезно, это отвратительно. Он как будто скис, прокис. Ужас. Это отвратительно. Еще хуже тот, кто это делает. Дебилы конченые. Вообще. Вы должны понимать, что есть продукция, которая не должна существовать. А если она существует... Именно благодаря тем, кто ее покупает. Ладно, я на обзор купил, но я в жизни просто так бы не купил ее. Тоже Energy to go, хайп. Зелененький. Power drink. Это, возможно, оригинальный, что ли? Если то было лимитированное. Ну ладно, пошел не по тому этому, но... Господи, отрыжка появилась. Я просто рыгануть хочу. Отвратительно, честно, я... Это ужас. Блять. Вас когда-то воротило от запаха? Начнем с того, что я не так часто рыгаю. Ну, по-божески. Хоть как-то, какой-то запах, энергетика. По-божески. Я буду наливать поменьше. Моча Халка. Ой, ты... Гост, вы... Тархун. Моча Халка. Вот, ну... Просто воняет... Ну, запах неприятный. Но... Не такой отвратительный, как от синего. Нет, я не знаю, синий, я говорю... Меня тошнить начало. Что за горечь? Энергетик должен горчить? Приторность какая-то, какого-то... Блять, я таких вкусов даже не знаю. Короче, рыгать не хочется, блевать тоже. Да, рыгать и блевать — это разные вещи. Но по вкусу это неприятно. Это я как... Я пью энергосы из-за их вкуса. Просто чтобы попробовать. Меня не бодрит все это, но... Здесь вкус какой-то с такой с приторностью. Он сладкий, мало газов. Он с приторностью на уровне какой-то... терпкости, переходящей в горечь. Это отвратительно. Конечно, если сравнивать этих два говна... Блять, я буду это показывать. Если сравнивать вот этих два говна, вот это говно менее говно, чем вот это говно, потому что от этого... Блять, я не знаю... потом каким-то, ну, потниками какими-то отдает.
лимитированная версия для кого? Для кого лимитированная версия? Я понять не могу. Я думал, это видео будет поржать. Я не думал, что меня будет рыгать тянуть. Это просто помои. Это помои, которыми... которые создаются в Москве за 29 рублей. Ребята, еще раз повторяю, это видео не для того, чтобы вы шли покупать, знали, вот есть энергетики за 29 рублей копейки. Нет, это уникальная химия, которая еще со вкусом говна. Я не знаю, вкус чего-то, вот у синего вкус чего-то умершего. Стухло, вот что-то стухло, крыса стухла в баке, и нам ее залили. Настаивало, знаете, как коньяк настаивается в бочке, это настаивается в бочке с крысами. Бугай, бугай. Мне вообще интересно, это один хозяин делает? Ладно, даже не хочется читать. А, у нас же тут, ну давайте начнем с оригинального, что ли уж. Бугай. Просто где он создается? Она тоже в Москве, нет? Качество, витамины, таурин, кофеин. Я вас умоляю. Мелким шрифтом надо писать после выпивания смерть. Ну? А, вот внизу изготовитель. ООО «Константа», Россия, Республика Северная Осетия, Алания. Пригородный район, село Гизель, или Гизель, ну, мои извинения. И опять-таки, все, что я когда-либо не говорю о какой-то херовой продукции, я не имею в виду, что конкретно люди, которые там работают, создают вот эти баночки, ну, трудятся, да, есть люди, которые работают, труженики, а есть создатели. Так вот, мое обращение к создателям всегда. Вот создатели Energy to Go, это люди, ну, неадекваты. Что вы создаете? Ладно, бугай. Бугай, честно говоря, если сравнивать Energy to Go, вот Black Monster, Адреналин, что там у нас еще есть, Red Bull. Бугай как-то вписывается туда. Бугай вписывается. Ну, прикольно, молодцы. Вот это молодцы. Нестандартно, бугай какой-то индейец там. Обычный энергос. Не такой, кстати, по запаху отвратный, как Energy to Go. Хайп этот зеленый. Вот, не упаси господи, здесь синий. Лимитированная версия говна. Ну, ладно, бугай. Бугай у нас такой. Он чем-то похож по цвету на какие-то стандартные энергетики. Ну, типа, как типа флэш. Вот это вот все. И по запаху такой же. У меня аж кошка охренела. По вкусу очень напоминает обычный энергетик. Но он не так хорош. Нет, он не так хорош. И... короче, как обычный энергетик, но... у него вот в конце или где-то он переходит вот в эту терпкость, опять-таки в какую-то непонятную, вот эту вот неприятную терпкость, которую, ну, не должна быть в энергетике, это не стандартный точно типа энергетик, это не вкус флэша или чего-то, он, вы точно, ну, как можно выпить банку этого, я вообще не представляю, ну, типа... я там адреналина, редбула, что там еще, ну, банку спокойно впаяю. И с радостью я такой, типа, ну, еще бы, потому что вкусненько, но там бёрна. Хочется пить от того, что вкусно, да, все-таки вкус должен как-то играть. О каком вкусе мы говорим за 29 рублей? О каком хорошем составе, чтобы у тебя печень не отвалилась за 29 рублей? Нет, это тоже нет, ну... он терпимый.
водянистый. Тоже газов нет, они отсутствуют. Но это ужас. Вкус как такового, просто вкус энергетика. При этом он водянистый, но каким-то скотинообразом у него появляется вот эта вот терпкость какая-то непонятная. Я не знаю, ну вот... Блять. Точно он идет, наверное, если сравнивать с этими двумя дебилами, то он идет на первом месте, потом идет Energy to Go зеленый, хайп, да, Power, и... Нет, то вообще нет. Мы даже пока не говорим за тот. Так, Бугай. В... А что там В-145? Здесь В-155. Ничего не понял. А что означает В? Заряжен как 100 индейцев. Ну это прикольно, прикольно. Нет, он на полке вызывает эмоции. Типа желание что-то. Но, ребят, запомните, цена не знак, конечно, качества. Но 29 рублей не могут, ну не могут стоить такие продукты. Не Это что, блядь, произошло? Ёб твою мать! Каким образом? Он стоял на столе. Ты чё, скотина? Ну, в смысле, я его не взбалтывал сильнее, чем другие. От чего? Представляете, подобное может произойти в машине. Да, например. Ладно, я быстренько попробую и буду все это убирать. Энергетический напиток со вкусом граната и клюквы. На основе сока имбиря. Не перебор ли? Все решили запихать сюда. Блять, даже на стол ставить не хочу. А! Вот это я, блять, впервые. Как он, в смысле, так зашипел? Он просто стоял на столе. В смысле, я... В одной руке взбалтывал два энергоса, причем он стоял долго. Я взял один, открыл, брал те, открыл, то есть он стоял дольше всех. Как он вспенился так? Блять, теперь я футболку стил. Ну, имбиря не чувствую. Возможно, гранат. Гранат есть. Клюква. Хер знает, где клюква. Гранаты, правда, есть. Клюквочка, кстати, даже чувствуется. На удивление. А что ты, скотиняка, такое сейчас устроил? Что это было? Имбирь. Имбирь слишком, не знаю, может быть, у меня вкусовые рецепторы херовые, но, возможно, имбирь как-то смешивается со вкусом клюквы, и распознать его невозможно. Здесь вот есть какая-то терпкость, какая должна быть от той же самой клюквы. Единственный из четырех, который обладает каким-то вкусом, который хотя бы примерно заявлен, но такой же вкус примерно находится здесь.
Немногие энергетики, даже дорогие, пытаются такого добиться. Но то, что произошло сейчас, я не знаю. Начнем с того, что они были охлажденные. Он стоял. Бля, сроки годности где вообще? Так, я не вижу, где здесь сроки годности. А. Да нет, по срокам еще до 22 года, может. Там, до 04. А что это, блядь, было? Короче, это впервые у меня, что с пивасом, с любой банкой, в ней находится что-то газированное, это сейчас было у меня впервые в жизни. Я сейчас сижу обоссанный энергетиком. Короче, ребят, все, кто смотрит, господи, уже 20 минут. Короче, это должна была быть шутка, прикол видео. Возможно, если бы я начал пробовать наоборот с красного, с этого, с бугая, с красного, с синего, потом я перешел к этому Energy to go, там типа hype, power, и потом в конце бы мне попалось это говно, это может быть было какое-то относительно позитивное видео. Но нет. У меня так совпало, что я начал с говна полнейшего, просто с говна, и закончил тем, что я обоссан. Меня просто обоссала банка. Она вспенилась, которая стояла. Самая дольше всех стояла. Была охлажденная. Он, по идее, не должен так даже пениться все равно сильно. Конечно, слава богу, это произошло. Сейчас, типа, я даже толком не сижу на стуле. Все в себя впитал я. Это на пол надо сейчас вытирать. Но просто, ну вот, просто я вам говорю, что запомните одну вещь. Энергетики или вообще какие-то продукты там не могут стоить очень дешево. Они не могут стоить очень-очень дешево на контрасте с другими продуктами. Ну блин, так не бывает. Вода столько стоит. Обычная простая вода стоит столько за такой же объем. И когда ты покупаешь 0,5 какой-то газировки, какого-то, блин, а это энергетический напиток, в нем куча химии, в нем куча продуктов, которые должны заставить тебя, ну, двигаться, тонизировать, поднимать тебя, воздействовать полностью на твой организм. Не могут они столько стоить, не должны. Это отрава. Я молчу о том, что создали вкус какой-то тухлятины. Это ужас. Это ужас. Я просто хотел поржать и сказать, что вот есть такие энергосы, народ, типа, смотрите, кто не знает. Я никогда не знал, я не видел такого никогда в жизни. Ну, типа, не видел, видел разные энергетики, там, стоят дешево, там, и 70, и 50, да, там, ну, в крае вообще. Но никогда чего-то дешевле 30 рублей, особенно в 2021 году. В его конце, когда все дорожает, стоят. Это отрава, не покупайте, ни в коем случае, пожалуйста. А если вы взрослый человек, не дай бог, еще увидите, что ваш ребенок пьет что-то подобное с этого. Во-первых, да, не надо пить никому вообще энергетики, если вам нет 18, начиная с этого. А, тем более, никто не покупайте, просто не покупайте, блядь, услышьте меня. Должны же сами тоже думать, но а те, кто создают, ведь вы вообще что вы создаете? Какого вы потребителя ищете? Того, у которого мало денег, и он от отчаяния будет готов это покупать? Покупать и себя же травить? Что-то я вообще не выкупаю. Вот такое получилось видео, блять, руки липкие. Всем, кто досмотрел до этого момента, вам огромное спасибо. Правда, хотел просто пошутить, поржать и так далее, но получилось совсем увы. Получилось увы. Меня никогда еще не тянуло от какого-то напитка блевать.
Поверьте, разные напитки я пробовал. И чтобы запах до тошноты, ну запах от чего-то, чтобы тошнило, это ужас. Нет, в последний раз у меня такое запах вызывал, это мертвечины, трупа. Трупа двухнедельного. Вот у меня вызывал вообще просто приступ, хотелось блевать. Двухнедельного трупа. А энергетик? Это сейчас просто все идет в унитаз. Не покупайте. Вы должны просто всегда понимать. Ну, еще раз я повторяю, блин. Это создается только тогда, когда это покупается. Оно создается, когда есть спрос. Не будет спроса и не будет создаваться. Давайте совместно это как-то делать. Просто как-то. А я пошел мыться, убирать все это. Поставьте лайк, поддержите, пожалуйста. Напишите тоже, согласны ли вы со мной. Ну, типа... Ребят, подписка на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пожалуйста, еще раз прошу лайк. Ребят, ну, блин. Я очень расстроен. Я думал, это весело. Типа, вот, ничего, никакого вкуса. Я ожидал, что просто вкуса никакого не будет. Это какая-то бодяга будет. И такой, это энергетик вообще нет. И типа, ну я ожидал этого. А не, господи, вкус даже не хочу. Все, я пошел. Вам хорошего всего. Покупайте только что-то качественное, пожалуйста. Только качественные продукты. Меня бомбит, да, все, я пошел, а то я сейчас психану. Давайте, пока.